В Тлеротинском государственном природном заказнике обнаружены мертвыми более 60 горных туров. Причина массового падежа пока неизвестна. Специалисты говорят, что речь не идет о чьих-то попытках отравить животных. Нет и признаков физического насилия. По их словам, это похоже на заразное заболевание. Практически у всех туров наблюдаются следы предсмертного жидкого стула. Образцы внутренних органов животных отправят в Москву для анализа, который проведут эксперты Россельхознадзора.